хотела бы вам показать свои всходы ирисов. Я их опыляла, и это уже получается третье лето, когда я занимаюсь опылением ирисов. И какой же у меня поверг шок, то, что в этом году я немножко прошлёпала момент, собрала не вовремя, кое-какие там даже начали портиться, но и посеяла их поздно. Ну, в общем, все как-то в этом году не ладилось с высадкой именно семян. И какое же удивление, когда на дворе 10 ноября, и посмотрите, ирисы начали всходить. Вот, это уже другой сорт. Какие-то вот прям обильно сходят, какие-то минимальные. Так, вот тут пусто-пусто. Вот, например, хорошо напылились, вышли. Вот здесь вот только начинает сходить малюха. Вот какие маленькие-маленькие еще совсем. Я даже не ожидала, я думала, что в этом году у меня будет пусто по этой теме, но вот все хорошо сходит. Вот уже какой большой. В следующем году еще они, да, зайдут, те, что не взошли. Обязательно выйдут. Все. Такая вот прелесть. Всем спасибо. Пока-пока.